жизни вдоль и поперек. Но все-таки в этом городе есть места, о которых турист вряд ли знает. Одно из таких мест — это парк Стада, по-турецки Масал Парк. Кипец Патова Стад был торжественно открыт в Анталии в 2013 году. На месте старого заброшенного стадиона практически за год был построен новый современный спортивно-развлекательный центр. По центру парка находится современный крытый плавательный бассейн с 1500 местами, трибуной. А рядом с этим спортивным комплексом находится парк сказок. На территории парка есть очень много скамеечек в стиле вот таких вот интересных животных. Очень мило. Детская игровая площадка. И на территории парка очень много вот таких вот домиков для отдыха, в которые можно зайти, присесть на скамейку, отдохнуть, спрятаться в тенечке от палящего солнца. Очень удобно. Парк сказок занимает достаточно небольшую территорию. Это уникальное место. Это музей под открытым небом, экспонатами в котором выступают разные герои из мультиков и сказок. Если вы хотите удивить своего ребенка, вам стоит сюда заглянуть. Достаточно интересное место. Порой и взрослым необходимо окунуться в мир детства и сказок. Я желаю всем хорошего дня и увидимся в следующих видео. Пока-пока!